Я вывел видеообзор апартаментов на Липаной. Так, апартаменты свежие, недавно построили. Мы находимся в первой спальне. Так, вижу только вентилятор, здесь не вижу кондиционера. Есть вот такой вот шкафчик. Свет кое-какой есть в эту спальню. Вот тут у нас есть кухня. Есть. Она хорошо оборудована, чайник есть, тостер, электрическая плита. Большой холодильник. Здесь у нас раковина. Так. Смотрим, как сделан санузел. Все отдельно. Унитаз здесь. Душевая здесь. Большой шкаф. Точнее, место, куда можно положить вещи. Так, здесь у нас большой телевизор. Столик. Вид на сам резорт. Сам резорт имеет очень хорошую территорию. Ухоженную, зелененькую. А здесь мы видим очень хорошо сделанную спальню, просторную, есть кондиционер. Так все симпатично выглядит. Видим москитные сетки установлены, балкончик. Кстати, мне нравится, что розетки есть, то есть можно работать, есть столик какой-нибудь и работать. Вот так выглядит сам резорт. Фотографии бассейна смотрите в описании карточки этих апартаментов. С вами был Лев с компанией Балтсовой.